пастор Род Парсли сегодня со мной, и будет невероятная передача. Послушайте, помазание на этом муже Божьем уже многие-многие годы, и он мой дорогой и замечательный друг. Я ждал его приезда, и наконец-то он здесь. Так замечательно быть с вами, пастор Бенни. Я не думаю, что люди знают, как долго мы уже друг друга знаем. С детства. Думаю, что я вас научил бриться. Послушайте, я люблю этого замечательного мужа Божьего, его драгоценную семью и его маму уже много-много лет. И сегодня я хочу услышать, что Бог говорит вам. И сначала я хочу спросить вас, почему вы написали книгу «Крест»? Крест, прежде всего, неопровержимое доказательство святости Бога. И Америка в 20 веке стала уходить от креста. Мы больше не слышим о нем. О нем уже не поют, о нем уже не проповедуют. Его уже нет в наших сердцах. И вы знаете, что в нашей нации крест был на здании каждой церкви, на каждом углу, и крест уже не так популярен. И могу я спросить, почему так? Что пошло не так в недавнем прошлом? На самом деле, это началось немного раньше. В первом послании Коринфянам 1:23 говорится, что «мы проповедуем Христа распятого для иудеев, религиозных интеллектуалов современности, соблазн, камень преткновения, а для эллинов – безумие, глупость». То же самое и в нашем поколении. Есть религиозный мир, который смотрит на крест, и он говорит: «О, это так ужасно! Это послание о грехе, наказание и справедливости, и все это так трудно понять». И есть проповедники, которые пытаются изменить образ в сознании людей и убрать крест с видимого места. И это плохой ход. И поэтому целое поколение, пастор Бенни, сняло крест с видного места на стене своей теологии. Оно убрало его и поместило более приятный образ, чтобы никого не обидеть. Верно. И это безумие. И в результате, конечно же, мы видим бессильную церковь, которая не способна указать на неправильные вещи, беды, бедственное положение человечества. Ведь только кровь может очистить нас от неправедности. И это, что я слышу, просто шокирует меня. Скажите мне, то, что христиане становятся мусульманами. Я недавно услышал об этом и был просто ошеломлен. Я сказал, что люди, которые выросли в церкви... Я знаю одного пастора, он был у нас недавно. Вы были знакомы с ним, врач Лестера Самрала. И вы помните свою поездку с ним в Израиль? Молодой человек, который много раз ездил в Израиль, был известным пастором. Я знал его, и мой пастор тоже. Несколько недель назад он сказал, что стал буддистом. Да-да-да, он вышел из... И эти люди были рожденные свыше христианами. Как же они могли, я имею в виду? Они просто ушли. Ты просто задаешь себе вопрос, а были ли они рождены свыше? Да, это трудный вопрос. И многие люди, которые сидят в церкви, не пережили тот момент у креста. Они приняли решение, но они так и не были обращены. И это на самом деле проблема. Когда я был обращен в возрасте 8 лет, крест стал таким реальным для меня. Кровь креста стала такой реальной для меня. Я сидел и смотрел на витражи в маленькой баптистской церкви, и в витражах всегда пробивался солнечный свет. И там я смотрел на крест, пересечение, на котором встретилась невероятная любовь Божья с моим разбитым сердцем. There,
Там, у креста безграничный, всемогущий, вездесущий Бог встретился с моей отчаянной нуждой. Вот почему вы еще здесь. Да, потому что мы получили то, что просили. Мы не просто повторили молитву за кем-то. Мы стали новым творением во Христе. Мы стали теми, кем не были прежде. Были рождены от нетленного семени Слова Божьего. И что же произойдет с Америкой и с миром, если что-то не изменится? Мы уже видим эти вещи. Мы уже видим. И это парадокс. Поколение без креста должно возвратиться к Голгофе. И вот в чем парадокс. В мире без креста кресты есть повсюду. Мы видим, как они свисают на шеях всего этого множества ярких поп-звезд. Видим у профессиональных спортсменов татуировки крестов различных размеров и форм, которые можно себе только представить. И в то же самое время в Америке, которую мы любим, если крест появляется во время какого-нибудь события или на здании средней школы, то это чревато тремя обмороками и пятью исками в суд. Мы нашли способ принизить и, следовательно, не придавать значения самому сильному символу из когда-либо появившихся в бушующих реках истории. Ведь на кресте мой Спаситель пролил свою кровь, мой чудесный Господь умирал. И Он отдал свою святую жизнь за такого недостойного, как я. Моя жизнь была вся во грехах. И Он висел на древе. Какая благодать! Что же еще сказать о благодати? Удивительная благодать, безусловная любовь. И Он был на кресте. Он был между небом и землей, на грубом, ужасном кресте, и кровь текла из Его ран. И из Его уст исходили слова милости. «Прости, ибо они не знают, что делают». Ты чувствуешь, что Бог оставил тебя? Ты слышишь разбойника на кресте? Слышишь, как он кричит? «Помилуй меня, Господи! Помяни меня, когда придешь в Царство Твое! Помяни меня! Помяни! Подумай об Иисусе!» Он страдает незаслуженно, истекает кровью. Он отдал все, свою кровь, до последней капли. Его вид был обезображен. Столько ран. И в глубоком смирении слова молитвы прозвучали. Грешник рядом с ним, разбойник. И он говорит простые слова. «Помяни меня». Иисус поворачивается к нему. И его плоть раздирают гвозди. Он смотрит на него. Кровь стекает по его лицу. И он говорит, «Ныне будешь со мной в раю». И разбойник не попросил быть в раю. Он всего лишь попросил, чтобы о нем вспомнили. И какая у тебя сегодня молитва? Многие из вас присылают молитвенные нужды пастору Бенни, потому что вы верите в силу этого помазания. Можем ли мы сказать в своем сердце, «Бог услышит мою молитву?» О, мой дорогой брат, моя дорогая сестра, там, на кресте, Он услышал молитву грешника, разбойника, простого человека, у которого не было права просить. И все же Бог сделал несравненно больше всего, чего Он попросил или о чем помышлял, потому что Он такой Бог. Вот почему вы смотрите
смотрите сегодня передачу. Вот почему вас влечет помазание Святого Духа, которое на пастыре Бенни Хине. Ведь в глубине своего сердца вы верите. Вы верите, что Бог слышит, Бог отвечает на ваши молитвы. И Он совершает это прямо сейчас. Только верьте. Вы можете сказать: «Пастор Рот, я стараюсь верить, но у Бога есть ответ». Он говорит вам, как Он сказал одному драгоценному человеку в Новом Завете, который сказал: «Господь, я верю, помоги моему неверию». И прямо сейчас, Иисус, когда я оказался в безвыходной ситуации, пастор Бенни, когда я оказался на самом деле, когда я так глубоко, что вокруг одна тьма, и уже глубже не может быть, я смотрю вверх и вспоминаю, что Иисус висел на кресте. И сейчас, прямо сейчас, Он, одесную Отца, и Он указывает на Свою кровь, которая сделала престол суда престолом милости, указывает на Свою кровь, и Он молится, чтобы не оскудела вера моя. Поэтому, как может ваша вера оскудеть, если сегодня Иисус берет грешное имя и произносит его своими драгоценными устами перед Отцом? Пастор Бенни, я хочу поговорить о книге, но я чувствую, я переживаю помазание Святого Духа. Вы знаете, что на кресте Иисус совершил великий обмен. Он обменял вашу греховность на свою праведность. Он обменял нашу болезнь на свое исцеление. Он сделал этот обмен. Я чувствую прямо сейчас в своем духе, что есть кто-то, кто еще никогда до конца не понимал, что Иисус сделал обмен вашего и моего позора на Его славу. И позор — это такая особенная вещь. Есть два вида позора, которые Иисус понес на Голгофском кресте. И прежде всего Он понес бошет, и этот позор, который мы испытываем из-за поступков, которые мы совершили. Но есть еще другой позор. Позор, который вы чувствуете не из-за ваших поступков, но позор, который вы чувствуете из-за того, что кто-то совершил поступок по отношению к вам. Вы чувствуете в своем сердце прямо сейчас, что вам нужно с этим разобраться. И я пришел сегодня, чтобы сказать, что у вас нет ничего общего с этим позором. Драгоценная сестра, вы получили пощечину от пьяного мужа, и вы пережили позор. Ваш сожитель повез вас в больницу, чтобы сделать аборт. Ваш муж принуждает вас сделать вещи, которые для вас просто немыслимы. Я хочу вам сказать сегодня, что Иисус пришел, чтобы забрать ваш стыд. С Ним покончено. Когда Иисус произнес «свершилось», Он не имел в виду, что что-то одно свершилось. Он имел в виду, что океан пересечен, вершина побеждена, долг оплачен, и Он никогда не будет снова вам предъявлен. Шалом, ничего не нарушено, во всем полнота. Примите свободу от всякого позора. Будьте освобождены во всемогущее имя Иисуса. Такое сильное помазание на вас, пастор Рот. Вы помолитесь за наших зрителей. С удовольствием. Вы понимаете, что Иисус сказал,
Отец наш. И это означает, что Он отождествляет Себя с вами. Иисус сказал: «Отец наш, ваш и Его». И поэтому давайте придем к Нему прямо сейчас. Отец наш, мы приходим к Тебе и просим на основании крови Твоего драгоценного Сына Иисуса, Агнца Божьего, закланного от основания мира, чтобы был забран наш грех, был забран наш позор, немощь, болезнь, боль, недостаток, смущение, всякое расстройство. Освободи народ Твой по вере во имя Твое, через силу Твоей крови, помазание Святого Духа. Я говорю вам прямо сейчас, что проклятие нищеты разрушено. Разрушено во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пусть радость будет вместо печали. Свершилось. Я чувствую побуждение от Господа сказать вам, некоторые из вас, кто смотрит нас прямо сейчас, находитесь в очень тяжелом финансовом положении. Вы освобождаетесь прямо сейчас от этого недостатка денег, который длился 7 лет. 2014 год представлен годом «Йоделет» на иврите. Это когда рука Божия протянута, чтобы открыть вам дверь. Его рука касается вас прямо сейчас. И я провозглашаю на основании Слова Божьего, что последствия последних 7 лет упадка и недостатка вашей жизни разрушаются силой креста. В это время, в этот момент, в этот самый момент все меняется. На самом деле Бог на Голгофе посеял свое лучшее семя и воскресил его из мертвых. И любое изменение, которое Бог совершает, Он совершает через энергию, которая есть семени. Следующие 7 лет будут годами роста для вас. Роста для вас. Роста. Я чувствую, как приходит вера прямо сейчас. Я вижу, как ваша вера простирается вперед. Скоро у вас будет возможность посеять семя. И когда вы посеете Его в вере, знаете, что чудо Божье будет явлено через то, что Бог совершает, когда вы послушны. Когда вы говорили, кто-то был исцелен от рака, есть женщина, и вам сказали, что у вас рак груди, Бог исцеляет вас. Когда пастор Рот начал молиться, я почувствовал, как высвободилось помазание на исцеление. Поэтому прямо сейчас, те, кто болен в теле, верьте, что Бог исцеляет вас. Драгоценный Иисус, высвободи свое исцеляющее помазание во славу свою и честь. У кого-то травма в голове. Господь исцеляет вас. Что-то Господь показывает вам. Рак простаты и повреждения в барабанной перепонке. Примите помазание прямо сейчас во всемогущее имя Иисуса. Послушайте, когда пастор Рот начал делиться словом о кресте, вся атмосфера вдруг изменилась. И прежде, чем мы попрощаемся, я хочу спросить вас, что Господь показывает вам о будущем Америки. Пастор Бенни, я серьезно, я очень обеспокоен, я волнуюсь за своих детей, за будущее Америки, за внуков и ваших тоже. Я не буду молчать, возможно, это и звучит некорректно, но Бог поставил меня в такую позицию, чтобы говорить Слово Божье этой нации и ее лидерам. Мы сейчас находимся в таком положении в Америке, когда уже нужно сделать выбор. И когда уже мы не можем ограничиваться, только говоря, что мы не можем изменить ситуацию. Нас большинство, и, к сожалению, в настоящее время нас большинство, и мы молчим. Мы ничего не говорим, когда убирали крест наших зданий, и мы не вставали на защиту праведности. И не противостояли тем вещам, которые мы знаем, приведут к гибели нации.
Есть вещи, которые распространяются через законодательство прямо сейчас, и они разрушают нацию. И дело в том, что любая нация, которая переживает подобные процессы, не просуществует более 200 лет. Мы должны все изменить прямо сейчас. И как же нам это сделать? Я твердо верю. Я был в Конгрессе, в Сенате, встречался с президентами, и я могу сказать, что мог повлиять, но на самом деле нет большего влияния, чем влияние такого человека, как Бенни Хинн, и подобных ему людей, которые стояли бы за праведность, которые бы несли Евангелие через телевидение и проводили людей к спасающей благодати Иисуса Христа. Наша нация должна измениться изнутри. Мы не можем изменить ее через законодательство. Нам нужно пробуждение. Я слышал от епископа Блумера несколько дней назад, что посещаемость церкви упала на 30% в Америке за последнее время. Да. А также он сказал, что многие пастыря сегодня, 30 или 40%, на самом деле не проповедуют Евангелие. Больше 40%. Я думаю, что 42% евангельских христиан сегодня говорят, что образ жизни, который не входит в рамки общепринятых норм, следует поддерживать, и нужно дать право таким людям вступать в брак. О Господь! И 42% того, что у нас есть, это результат того, о чем проповедуют за кафедрой. Что за кафедрой, то и в Америке. Мы должны поступать как Гедеон. И некоторые из вас пасторы, и вы думаете, что если вы будете проповедовать о праведности, вы потеряете людей. Послушайте, Гедеон начал с 32 тысяч, и осталось только 300 воинов. И причина, почему он это сделал, заключалась в том, что ему нужно было избавиться от малодушных, от бесчестных, чтобы освободить место для смелых. Вполне возможно, что посещаемость снижается, а сила Божья в церкви возрастает, как было у Гедеона. Нам нужно проповедовать о кресте. Аллилуйя! Аминь, аминь. Давайте проповедовать о кресте, крови, воскресении. Давайте проповедовать о Святом Духе. Если мы не будем делать этого, то мы потеряем нацию, и она погибнет. Я уверен, что вы думаете. Да, вы думаете о своих внуках, детях. Каким будет их будущее? Когда мы росли, мир был невинным. Я рос с радио, телевидения. Тогда еще не было. И сегодня есть интернет. И сегодня враг атакует наших детей со всех сторон. Детей воспитывает интернет. Их воспитывают СМИ. Вы любите пастора Бенни, и вы любите Слово Божье. Стойте вместе с Ним. Мы все любим Иисуса. Держитесь за свою семью. Воспитывайте своих детей. Именно в этом секрет, в этом ключ. Да, я никогда не забуду Мэрилин Хикки. Она рассказывала мне много лет назад, как одна женщина со своим мужем жаловалась ей по поводу того, что церковь не помогает воспитывать ее маленьких детей. И она ответила: «А чего вы ожидаете от нас? Они у нас только 2 часа в неделю, и все остальное время они с вами. И что вы будете с этим делать?» И посмотрите на следующее, пастор Бенни. Государственное образование в этой стране учит большинство христианских детей 5 дней в неделю, 6 часов в день, 9 месяцев в году. И детей приводят утром в воскресную школу. И если она длится больше, чем 45 минут, они встают и уходят. И ожидают, что мы сможем изменить это безбожное мировоззрение. Аминь. Нам нужно вернуться к Христу. Послушайте, когда я был спасен, все, что я слышал, было у учение о кресте. Кэтрин Кульман учила о смерти для себя. Кори Тен Бум, она учила только об этом. Василия Шлинг учила об этом. Эрн Бекстер и Дерек Принц. И это, что я слышал. И именно это повлияло на меня, на мою жизнь. Я хочу, чтобы у моих детей было то, что было у меня.
Я не знаю, понимаете ли вы, что происходит. То, что происходит в церкви в Америке, просто шокирует. Я расскажу вам о том, о чем услышал, и вы мне не поверите. Смотрите на завтра. Люблю вас. До встречи. Я хочу кое-что сказать. Это уже давно в моем сердце. Пастор Рот, я уже проповедую по всему миру на протяжении 40 лет. И я вижу Божью славу по всему миру. И то, что я вижу в Америке, меня очень беспокоит. Да. Да, я говорю откровенно. Да. Я лечу в Индонезию через несколько дней. Там, на собрании, будет 500 000 людей. И это в мусульманской стране. Я был там 2 месяца назад в Тиморе. Все это происходит там. И я часто бываю в Индонезии из-за того, что Бог совершает в этой удивительной стране. И те же самые вещи происходят в Южной Америке, в Европе, в Африке. И можно увидеть, как люди приходят к Голгофе, взывают ко Кресту. Но я не слышу о подобных вещах здесь. Да. И это меня беспокоит. Я задаю себе вопрос, какое будущее ожидает моих детей? Когда я был спасен, я слушал проповеди Кэтрин Кульман о том, что нужно умереть для себя. Я слушал Кори Тен Бум и о страданиях за Господа. Я слушал проповеди Басилии Шлинки из Германии, которая потрясла весь мир словом о любви к Иисусу всем своим сердцем и о смирении. Я слушал Дерека Принса и Боба Манфорда и Эрна Бакстера и других великих служителей того времени, которые учили об освобождении. Да, да, да. Слово «покаяние» — это слово повлияло на меня во всех смыслах. Именно оно сделало меня тем, кем я являюсь сегодня. И в наши дни я смотрю на все и спрашиваю себя, что происходит. Мои дети не слышат этого послания, мои внуки, и только Бог знает, что у них будет впереди. Благодарю Бога, что вы написали эту книгу. Нам говорили, пастор Бенни, что крест... Я это и имел в виду. Я благодарю вас, что вы написали ее. Спасибо, что пригласили меня. На самом деле, так грустно говорить об этом. И для меня это был очень-очень смелый шаг. Бог сказал вам сделать его. Да, Бог сказал мне очень ясно, что я должен написать книгу, и прежде всего, ты должен написать ее, чтобы люди получили ответ. И ответ заключается, услышьте меня, ответ не в ваших религиозных убеждениях. И вот почему я назвал учение «Скандальный крест Христа». Именно религиозные лидеры в наши дни восстанут против Него. Представьте, они говорят, что крест Иисуса Христа — это старая школа. Вы говорите о том, что проповедники учат этому? Да, и я не имею в виду, послушайте, я ношу костюм и галстук. Когда я не проповедую, и также я могу не одевать костюм и галстук. Я не говорю о том, какую одежду мы носим. Наслаждайтесь своим узким костюмом и своими узкими джинсами. Если бы я был худым, я бы носил узкую одежду. Но не меняйте послание. Мы теряем Америку, потому что наши проповедники поменяли послание. Они говорят, что это старая школа. Крест слишком безобразен. Плата за грех, наказание, праведное требование вселенской справедливости. И они не хотят слышать об этом. Но Иисус мог умереть только на кресте. Никакая другая смерть не могла удовлетворить требования вселенской справедливости. И это должен был быть крест. И знаете, пастор Бенни, я хотел поделиться следующим. Я хочу сказать, что в 1968 году в вашем и в моем поколении, и я хочу рассказать об этом, потому что Бог через это хочет кое-что показать. Это как знамение. До 1968 года не было такой находки, археологической находки, которая стала бы доказательством того, что Иисус был распят на кресте. И это не был просто какой-то фрагмент, но целая запись, которая была найдена, и это не был всего лишь какой-то фрагмент.
Вы ездили так много раз в Израиль. И у вас есть возможность ездить в Израиль вместе с пастором Бенни. Но во всех археологических раскопках не было ни разу ни одного археологического доказательства, которое бы указывало или говорило о том, что кто-то когда-либо был распят вплоть до 1968 года. Человека, которого звали Гершель Шанкс, из израильского департамента античности, пригласили в склеп поблизости Иерусалима. Он зашел в него, и там он обнаружил кости. Да, я видел фотографии. Эта находка потрясла весь мир, потому что каждый узнал, что Иисус был распят именно так. И были обнаружены кости человека по имени Йоханан. Ему было около 25 лет, и он мог быть живым свидетелем распятия нашего Господа. Он участвовал в восстании против Рима. Он встал против Рима и его империи. И поэтому он был распят. И вот что интересно. Железный гвоздь длиной 11,5 сантиметров со следами оливкового дерева насквозь пробил пяточную кость. Другими словами, не было три гвоздя, было четыре. Два были забиты в его руки и по одному с двух сторон на ногах. Они пронзили его на той зловещей перекладине с двух сторон. И почему это так важно знать, почему и вашему, и моему поколению? Это говорит о следующем, пастор Бенни. В книге Бытия Бог в третьей главе говорит о жертве, и это слово дает нам обетование надежды. Он говорит, «Змей будет семя, и это семя будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Когда Бог показал нашему поколению археологическое свидетельство, которое доказывает, что в римском распятии гвоздем пробивали пяточную кость, пробивали с двух сторон креста, тем самым Бог сказал нам, «Только крест может сокрушить грех человека». И сегодня вы приходите ко кресту, и вы плачете сегодня и спрашиваете, «Бог на самом деле ли любит меня?» Я хочу прочитать небольшой отрывок из книги, пастор. Пожалуйста, пожалуйста. Голгофский крест — это место, на котором встречается невероятная любовь Божья и наши израненные и разбитые сердца. Никогда ранее любовь не была так явлена, как в тот день. Разум колеблется. Просто нет слов. «Неужели Иисус нас любит?» Вы спрашиваете. Я хочу поделиться словами любимого автора моей жены, словами Бреннана Маннинга. Он ушел уже к Господу, был католическим священником. Он сказал, «Сострадание Иисуса — это сострадание самого Бога Всемогущего». Он сказал, «Не будьте глупы, чтобы сравнивать Его сострадание к нам с нашим состраданием друг к другу. Никогда не будьте настолько глупы, чтобы сравнивать свое слабое, шаткое, колеблющееся, зависимое от обстоятельств человеческое сострадание с любовью Божьей». И я хочу еще добавить к этому. Он не был очеловеченным божеством или обожествленным человеком. Он был Богом, и Он был человеком. И Он пришел заплатить цену. И цена была заплачена, чтобы у вас и у меня, вопреки тому, что повсеместно проповедуется в наши дни, было восстановлено право на свободный выбор. Еще до креста был сделан выбор. Иисус умер, чтобы вернуть нам это право выбора. Бог настолько ценит свободу, что Он дал нам возможность выбирать. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Выбери, кому ты будешь служить». Поэтому без покаяния, без пролития крови нет прощения грехов. Бог не может заставить вас сегодня принять все преимущества Голгофы.
И преимущество Голгофы заключается в том, что Он дает вам возможность выбрать, чтобы вы могли прийти к Нему. Как же это сделать? Вы приходите к Нему с сокрушенным и смиренным сердцем. Голгофа обнаруживает Божье невероятное обеспечение и нашу жалкую нищету. И я не говорю сейчас о финансах, но о нашей пустоте без Него, нашей неспособности без Него. Бог освободил нас от этого проклятия, именно когда мы говорим, нам нужно что-то с этим сделать. Именно Он извлек вас из утробы матери. Именно Он привлек вас к себе силой Святого Духа. И без этого вы бы не смогли прийти к Нему. И затем Он очищает вас своей драгоценной кровью. Но есть грех, который не может быть прощен, пастор Бенни. И это грех нераскаянного сердца. И заблуждение сегодня состоит в том, что благодать — это больше какой-то стандарт, чем результат жертвы на Голгофе. И благодаря Голгофе пришла благодать, когда Иисус говорит вам очень простые слова. Моисей сказал: «Не прелюбодействуй». Это закон. Но Иисус не пришел и не сказал: «Иди и прелюбодействуй, потому что есть благодать». Павел сказал: «Станем ли грешить, потому что мы под благодатью?» И приходит Иисус и показывает нам не меньший стандарт, более высокий стандарт. Моисей сказал: «Не прелюбодействуй», а Иисус сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в своем сердце». Поэтому сила креста — это сила спасать. Пастор Бенни, мы снова должны осознать, что крест — это центр христианства. Без креста нет христианства. Именно Он. Именно Он является центром. Посмотри на Голгофу и живи. И вот что происходит в нашем обществе. Из-за Верховного Суда пришло непонимание в вопрос отделения церкви от государства. Все кресты были убраны из общественных мест, в которых они всегда были на видном месте и никому не мешали на протяжении многих десятилетий. Сегодня мы живем в постхристианской культуре, и все, что вы бы не захотели сделать в таком приличном обществе, так это обидеть нежные чувства скептика, агностика или атеиста. Но, конечно же, в наших церквях наверняка мы найдем место, в котором крест Христа будет на виду как провозглашение. Но вы и я знаем, что это не в нашем случае. В современной архитектуре церковных зданий нет места для креста. Мы говорим, что на крест неприятно смотреть. Мы ничем не отличаемся от прошлых поколений. В послании Римлянам 1 и Коринфянам 1:23 Бог говорит через апостола Павла: «Крест — это камень преткновения, крест — оскорбление». Почему? Оскорбление по отношению к нашей способности совершать спасение. Наше спасение через дела, через наше хождение в церковь, через то, что мы делаем, что искупление приходит через исполнение религиозного обряда. Когда иудеи посмотрели на свой религиозный порядок и затем посмотрели на крест, они приткнулись. Когда интеллектуальный эллин читал свои книги, у него были все эти знания. Он был настолько интеллектуальным, и он назвал крест безумием, глупостью. «Мой Спаситель пролил кровь. Мой Всемогущий умирал
И Он отдал Свою святую кровь за такого ничтожного, как я. На кресте я впервые увидел свет, и камень упал с моего сердца, и теперь по вере я начинаю видеть. И сегодня у меня может не быть денег. И сегодня моя жена говорит, что ей нужно уехать, и она больше никогда не вернется. И сегодня, когда врач смотрит на меня и говорит, «Вы умрете, вы не будете жить, я все равно остаюсь счастливым человеком, потому что есть сила с небес, и эта сила не в религии, она за пределами моего раскаяния». Я принял обеспечение через крест Христа, и поэтому я счастлив всегда. Нам нужны перемены в Америке. Когда вы говорили о Слове Божьем, я понимаю, что символа уже нет, но послание... Да, послания уже нет. Вот что меня шокирует. Нет послания. Послания нет. И нам именно нужно послание, не только символ. По той же причине у Гедеона осталось 300 воинов. Из-за греха, который был в сердцах 9700 воинов, которые ушли после второй проверки. Кто-то может спросить, что заставило их стать малодушными? Две вещи. Номер один. Малодушие в современной церкви. Послушайте, пастор Бенни, я чувствую помазание Святого Духа, и мне нужно сказать вам это. По благодати я говорю вам это. Малодушие возникло в результате идолопоклонства. И вот почему идолопоклонник никогда не свидетельствует о том, что Бог совершает великие вещи. Никогда. Мы упускаем это. Никогда. Они не видят, они ничего не видят. Они ходят в церковь, и глухие уши не открываются. Их слепые глаза не открываются. Они молятся молитвой, они приходят на религиозное служение. Они поют красивые песни. И когда они приходят домой, они такие же пустые, как и были до этого. И все потому, что мы не проповедуем о кресте, о крови, о покаянии, о святости, без которой никто не увидит Бога, о крещении Святым Духом, о проявлении даров Святого Духа и величайшем чуде спасении, когда жизнь вокруг невероятным образом навсегда меняется силой креста. Вы, конечно, знаете, что великие проповедники, как Кэтрин Кульман и другие, проповедовали о кресте, и вот почему сила Божья была на их служениях. Да! И вот почему сила Божья на моей жизни, потому что я проповедую о нем. Я бы потерял помазание, если бы перестал проповедовать о нем. Бог бы ушел из моей жизни. Да, и как же это нужно услышать Америке, услышать, как мы проповедуем сегодня с любовью Божьей в сердцах. Встаньте за кафедру сегодня в воскресенье, и вместо того, чтобы проповедовать о семье, что тоже важно, вместо того, чтобы проповедовать о финансах, что тоже хорошо, вместо того, чтобы проповедовать о чем-либо, просто примите решение, что в это воскресное утро я буду в унисон с Богом и буду проповедовать о кресте. И вы увидите мужчин и женщин у алтаря. И если у вас в церкви нет алтаря, вам нужно, чтобы он был. Вы увидите мужчин и женщин у алтаря, которые плачут и говорят, «Измени мою жизнь, Бог». Вы увидите, как мертвый воскрешается в вашей церкви, и вы увидите, как глухие уши слышат, слепые глаза начинают видеть. Дайте людям истинное Евангелие, а не какое-то другое Евангелие. Пастор Бенни, я знаю, что могу сказать, но, пастор Рот, если я буду проповедовать об этом, некоторые люди могут оставить церковь. Пусть уходят. Какая разница? Пусть уходят.
пусть уходят. Вполне возможно, чтобы церковь уменьшилась в количестве, но возросла в силе. Мы хотим силы. Дорогой Господь, драгоценные святые, послушайте. Если это не меняет наших детей, наши внуки заплатят за это. Я не хочу ни минуты жить без силы Божьей в моей жизни. Я не хочу жить ни минуты, если силы Святого Духа не будет на моей жизни. И я не хочу жить так ни минуты. Я не хочу жить, чтобы просто развлекать кого-то. Забудьте об этом. Забудьте. У меня нет времени на это. Я видел невероятную силу на служениях Кэтрин. Я могу рассказать о моих крусейдах, но не буду. Я видел женщину, которая пришла на служение полностью искалеченная артритом с головы до ног. И я помог ей приехать на автобусе из Торонто в Питтсбург, и со мной был Ал Перрисон. Мы поднимали и садили ее в инвалидное кресло, она была скручена, как кусок резины. Я увидел собственными глазами, как эта женщина исцелилась, сидя в своем кресле. Я начал кричать, я бегал кричать, как-то так, как ребенок, и мне было около 20 лет, когда я это увидел. Я видел, как люди исцеляются силой Божьей, и сила была такой невероятной. Вы даже не знаете, как можно жить и видеть все это. И мисс Кульман всегда проповедовала о том, что нужно умереть для себя. И знаете, каким было ее послание? «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Это было ее послание. Это все, о чем она говорила. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Я смотрел прошлой ночью Кори Тен Бум, и мне понравилось, как она закончила передачу. Она сказала, «Если вы посмотрите на мир, вы будете несчастны». Да-да. «Если вы посмотрите на себя, вы будете огорчены. Посмотрите на Иисуса, и вы будете в мире и покое». И я начал плакать. Да, но, конечно же, нам нужно вернуться к славе Божьей. Помолитесь за зрителей прямо сейчас. Послушайте, пастор, я свидетельствовал, что то же самое помазание, которое на пасторе Бенни, я видел его в моей церкви. И знаете, есть девушка в нашем собрании, у нее было полное отсутствие зрительных нервов. Ее обследовали врачи. Она теперь прекрасно видит. Мальчик, который родился, и у него была аплазия мозжечка, отсутствие мозжечка. После молитвы в среду вечером на служении в церкви, пастор, на служении в среду вечером в церкви, СМИ подготовили сюжет. Вот компьютерная томография показывает, что нет мозжечка, и вот снимок томографии с полностью сформированным, с правильно функционирующим мозгом. И мы не идолопоклонники. Мы поклоняемся истинному и живому Богу. И мы видим проявление Его силы. И я высвобождаю ее на вас прямо сейчас. Потому что пастор и я соглашаемся вместе, что чудеса и знамения будут высвобождены в вашей поместной церкви. Откройте дверь. Бог открывает дверь. В этом году, чтобы чудеса текли через вас, пастор. Да будет так во всемогущее имя Иисуса, силой креста Иисуса. Господь, исцели Твой народ. Исцели всех, кто призывает имя Твое, Иисус. Исцели их прямо сейчас. Господь, убери болезни, всякое рабство во всемогущее имя Иисуса. И самое великое чудо — это спасение. Да. И если вы не знаете Господа, прямо сейчас скажите, дорогой Иисус, мне нужен Ты, я грешный человек. Очисти меня своей кровью, войди в мое сердце. Я отдаю Тебе свою жизнь. Аминь. Я чувствую сильное помазание здесь, святые. Пожалуйста, возложите руки на эти нужды. Конечно, пастор Бенни. Во имя Иисуса, Господь, мы высвобождаем это помазание, которое разрушает всякое ярмо, сокрушает всякое бремя силой Твоего креста и Твоей крови. Сатана, Господь да запретит тебя. Мы молились в согласии. Аллилуйя. Еще одна потрясающая передача завтра. Я люблю вас. Спасибо, что вы мои партнеры и друзья. И помните, тот, кто в вас, больше того, кто в мире.